Вот соратники. Попробую говорить громче. Наверное, шум моря будет мешать. Итак, прекрасная панорама замечательного морюшка, Черногория, община Бар. Снимаю панораму, чтобы показать один замечательный нюанс. Тут замечательная стена, которая ничем не примечательна. Вот она. Вот замечательная стена с такого вот странного материала, который вот как из пластилина сделанные явно камешки. Казалось бы, новодел, ничего особенного. Но вот опускаемся пониже и видим вот такой вот кусок мрамора. Классный материал с очень ровными шлифованными стенами. Вот тут вот видно. И вот тут вот видно, что это очень ровный отшлифованный материал. То есть это было частью чего-то другого, какой-то сложной конструкции со шлифованными краями. Трапеция, причем сложные углы. Тут один угол, тут другой стороны под разными углами. То есть это был как наконечник чего-то, какой-то конструкции. В то же время тут видны следы как бы заливки, белые другие вкрапления белого камня. Но в то же время вот здесь это почти такой же материал, как здесь. Здесь вот как пластилином лепили, видно. О чем это говорит? В то же время тут видно вот этот вот слой, что это было раньше. Раньше вот тут вот что-то заканчивалось, а вот это достроили, долепили потом. Причем долепили из того материала, что было, используя вот этот очень ценный камень, просто как, ну, как один из других. О чем это говорит? О том, что это не может быть, не было тогда ценностью. Хотя даже сейчас это, ну, очень дорого стоит камень для брусчатки-то. В общем, это дороговато, мрамор качественный. О чем это говорит? О том, что вот эта стена на пляже прямо. На пляже допотопная. И это радует, потому что это говорит о том, что раньше, до потопа, люди тоже любили загорать и купаться в морюшке. Вот эта инфраструктура допотопная. Вот это вот просто еще одно тому подтверждение. Вот эта вся стена выглядит как много-много других стен по всем Балканам. Копия. Так что думаем, включаем логику, добра.